Приветствую любителей Москвы. Вы смотрите передачу «Промышленность в Подмосковье», которая выходит каждую пятницу. Вот. И сегодня несколько так вот бегло посмотрим на промышленность города Воскресенск, вот, который находится на востоке Московской области, примерно в 100 километрах от Москвы, но чуть поменьше. Вот. Ну и, соответственно, наверное, все вы знаете, что, конечно, Воскресенск – это, прежде всего, город химиков. Даже, вот, наверное, кто в советское время помнит, была даже такая команда «Химик», она так и называлась, хоккейная команда, вот, которая вот первое время даже была, вот, ну, скажем так, блистала там, и высокие места занимала в советском чемпионате вот, по хоккею, да, с шайбой. Вот. Ну и она была вот как раз от химического комбината минеральных удобрений, ну и в целом, да, вот от такого вот химического города. Не случайно так она называлась. Вот. Ну и помимо химии, также в городе было развито текстильное производство. Ну, несколько слабее, но тоже было развито. Ну и также строительная отрасль. К настоящему времени, вот на сегодняшний день, ситуация в промышленности, ну, обстоит, скажем так, ну, так себе. Так себе, если общим словом охарактеризовать ситуацию с промышленностью в Воскресенске, то это слово «так себе». То есть, как бы 50-50, 50 на 50. То есть, сейчас вот в настоящий момент работает, ну, примерно половина тех предприятий, которые работало в советское время. Но масштаб, конечно, работ, то есть, вот, скажем так, производственная мощность предприятий, которые вот осталось с тех пор, ну, или которые появились уже после, хотя таких мало, но что-то и появилось. К сожалению, конечно, ну, как правило, далека от тех мощностей, которые были в советское время. Вот. Теперь, что касается, ну, что касается химической промышленности, то, ну, здесь как бы ситуация такая. Дело в том, что в Воскресенском районе, ну и под Воскресенском добывали фосфориты. Вот для многих это будет удивительно, не все знают об этом, что, оказывается, в Московской области тоже есть полезные ископаемые. И это не только песок, это не только глина, но это еще и в том числе фосфориты. Вот, они такие белые, вот, на вид, прям ослепительно белые. Вот. Немножко похожи на мел с виду, вот эти залежи фосфоритов. И здесь прям было огромное, большое количество рудников. Они все разрастались. То есть, вот эти вот озера, которые здесь вот показаны, вот здесь вот Хорлова, Танерская. Вот это вот там даже фосфоритный поселок, да, это все вот здесь, вот это все карьеры бывших вот этих вот фосфоритных разработок. Здесь есть, вот, да, фосфоритная руда. Потом эта руда, она обогащалась, соответственно, на специальных там комбинатах, да, потому что был такой горно-обогатительный большой комбинат, называемый фосфаты советских времен, но, к сожалению, сейчас его уже нету. Вот, и, соответственно, вот все там обогащалось, и дальше на разных, так сказать, мелких, крупных предприятиях, и дальше уже готовые изделия, они поступали уже в фосфориты, поступали в разные, ну, используя для производства фосфорных удобрений, да, и на другие цели, ну, сейчас, например, для производства бытовой химии, например, там, отбеливающие вещества, лекарственные препараты, в том числе, делали некоторые, в том числе, с участием фосфоритов, ну, и так далее, то есть, ну, сфера применения, она была достаточно большой. Ну, а отходы от этого производства, эфильные поля, они вот такие черные, то есть, вот фосфориты, они белые, а отходы, они черные. Но это уже то, что образовалось. Они вот там вокруг этих рудников тоже до сих пор еще находятся, такой контраст белого и черного. Ну, короче, здесь все, к сожалению, в полном развале. Фактически в полном развале, то есть, все рудники, которые здесь были, все заброшено. Ну и, соответственно, все эти там комбинаты, которые были здесь, да, они все заброшены, они не работают уже по назначению. В том числе Кормофос, это предприятие, которое производило кормовые обесфторенные фосфаты, тоже из фосфоритов, вот, тоже было ликвидировано еще в 2008 году предприятие. Вот. Ну и, в общем, все там сейчас, скажем так, раздербанено. То есть, что-то вообще заброшено, что-то раздербанено. Ну, что-то работает, какой-то небольшой заводик там, вот, Люксарт, что-то делает, типа, вот, металлическую черепицу, вроде как стекловолокно там производит. Ну, а так вот мусор сортирует, в общем-то, да, там некоторые предприятия, несколько даже таких небольших частных предприятий.
Ну, скажем так, это все так, вот, знаете, то есть раздербанили, вот, расщепили, да, вот, на части. Ну, что-то там пытаются даже небольшие такие производства организовать, но это все так вот. А такие вот производства, ну, скажем так, их нету. Почему? Ну, казалось бы, да, вроде бы все так прекрасно, а почему отказались? Ну, официальная причина, она заключается в том, что вот эти вот, ну, скажем так, рудники, они свое выработали. То есть, вот, они уже полностью исчерпали свои возможности. То есть, все, что вот возможно было из них добыть, ну, вот добыли. А дальше уже, соответственно, не стали, потому что это нужны вложения денег и так далее. Ну, короче говоря, решили. Стали завозить, значит, вот эту фосфоритную руду там, да, из Карелии, из других регионов. Ну, а это, скажем так, естественно, оказалось намного дороже. Ну, сами представляете, одно дело добывать, допустим, здесь в карьерах и тут же перерабатывать неподалеку, да. Кстати, здесь были проложены отсюда и до сих пор сохранились большая железнодорожная сеть, вот подъездные пути от станции Воскресенской дальше вот сюда вот на разные предприятия по переработке фосфорной руды, вот, для производства фосфатов. Вот. Ну и сейчас эта сеть, она вся заброшена, тоже здесь фактически никакого движения уже нету. Вот. Ну, стало дорого все, и сразу, конечно, все это сказалось на себестоимости всех этих конечных, естественно, продуктов, ну и понятное дело, что решили, что лучше все это развалить. Вот. Но все-таки с химией не так все плохо, уж прям, да, в Воскресенском районе. Здесь работает, конечно, самое главное, вообще градообразующее предприятие Воскресенск. Это предприятие, которое называется Воскресенские минеральные удобрения. Вот оно находится, вот эту вот серую территорию, огромную вот эту территорию, это все занимает, вот около станции Воскресенск, прямо рядом со станцией, на Заводской улице находится вот это вот предприятие, это все серое, это все вот предприятие минеральных удобрений, которое до сих пор работает. Так сказать, здесь даже и дом культуры был химик, да, и специальный техникум работал во многом для этого предприятия, химико-технологический. Ну, то есть, ну, тут все многое связано, просто вот чуть не каждый второй житель, ну, во всяком случае, очень много людей вот, в Воскресенске, особенно в советское время, были связаны именно с этим предприятием. Вот, оно сейчас работает, занимается производством в основном фосфорных удобрений, также фосфорной и серной кислоты, фтористого алюминия. Компанию в 2011 году купила компания «Уралхим», то есть он входит в состав «Уралхима» сейчас. Но там много в «Уралхим» входит, в том числе вот и фосфорное минеральное удобрение. Но, к сожалению, на предприятии далеко не самые лучшие времена. Оно работает, но многие цеха заброшены. Многие цеха работают еле-еле, что-то сдается в аренду. Ну, то есть, к сожалению, там сейчас, конечно, ситуация не очень хорошая. Конечно, даже никакого сравнения нет с тем, что было в советское время. Там, да, это было просто образцовое преуспевающее предприятие. Сейчас оно, ну, не то чтобы влачит жалкое существование, но вот как-то не очень. Ну, во многом, может, это связано и с текущей обстановкой. Все-таки, конечно, что там говорить, многие удобрения отправлялись на экспорт. Сейчас как-то с этим тоже не все гладко. Вот, из-за санкций и все такое. Ну, в общем-то, как-то так. Потому что, в принципе, конечно, минеральные удобрения не востребованы. Ну, вот, к сожалению, увы, тут пока ситуация... Ну, слава богу, пока работает, ну, вот, скажем так, не в полную силу, вот так вот скажем. Ну, и кроме того, также работает предприятие «Воскресенск Химволокно». Есть еще такое предприятие, оно в Ратмирове находится... Ну, тоже, а это тоже город Воскресенск, только просто, ну, как бы, вот бывший Ратмиров, ну, сейчас город все. Ну, вот там химволокно работает, выпускает вискозу, полиэфир, ну, из чего делают, соответственно, химволокно, да, из чего делают подушки, игрушки, мебель, там, одежду, ну, где угодно, набивают вот эти химволокном, да, вот, и как, так сказать, и дальше уже используют в разных изделиях. Оно работает, да, в общем, довольно-таки успешно, тут ничего не скажешь. Вот, ну, что еще? Значит, что касается текстильной промышленности, то тут, к сожалению, ситуация, в общем-то, печальная. Но единственное предприятие, которое работает, осталось, это Воскресенская фетровая фабрика. Вот оно работает, это предприятие работает. При нем, кстати, даже есть специальный поселок фетровой фабрики. Тут даже есть, видите, улица первая фетровая, вторая фетровая, фабричная. Это все вот как раз вот этот вот большой такой поселок, он при фетровой фабрике, который здесь же и находится. Вот эта вот фетровая фабрика. Ну, выпускает она, соответственно, войлок и фетр. Фетр – это такая, ну, такое слово малоизвестное, это такая однородная, именно однородная масса таких валеных шерстяных волокон без переплетенных нитей. Вообще довольно дорогая ткань.
Вот. Ну, там разные виды выпускается войлок, и технический такой, и особый, и грубый. Ну, в общем-то, там есть и дорогие, конечно, виды, там стоят некоторые там около 5000 за килограмм. Ну, а есть такие вполне себе грубые, там и 200-300 рублей за килограмм. Так что, в общем-то, цены вполне нормальные. Ну, и предприятие, кстати, старое, еще с 1880 года работает. И вот, слава богу, оно сохранилось. Вот, Воскресенская фетровая фабрика. Вот, значит, что еще можно отметить из сохранившихся? Как ни странно, Воскресенский кирпичный завод. Вот он остался, тоже недалеко от станции Воскресенск находится, к нему тоже есть пути железнодорожные, они, по-моему, не используются. А вот сам завод, он работает. Причем работает он с 1898 года, то есть уже больше 100 лет работает. И, слава богу, успешно не выпускают кирпичи, да. Ну, скажем так, есть нарекания, я встречал такие вот нарекания, что, ну, я имею в виду качество продукции, да. Вот. Некоторые жалуются на качество кирпичей. Ну, тут уж я как бы ничего не могу сказать. Сам с этим не был как-то связан, чтобы оценить качество воскресенских кирпичей. Но завод работает. Значит, есть еще такой завод, как «Волма» называется, который выпускает отделочные строительные материалы. Вот. Он тоже работает, ну, как-то так, более-менее. Ну, небольшое, правда, предприятие, но работает, слава богу. Также есть еще, ну, тут мы уже перешли к строительной отрасли, да, ну, я уже говорил, текстильное – это фактически только одно. Да, дальше мы сейчас стройка, к строительной перешли. Значит, здесь вот мы увидели, да, это, значит, кирпичный завод. Значит, «Волма» – это отделочные строительные материалы. Также это Воскресенский домостроительный комбинат. Да, кстати, вот работает, производит разные панели. В том числе, это, конечно, прежде всего для строительства домов. Специальные конструкции, да. Значит, дальше это... Соответственно, Воскресенский завод металлоконструкций, который в основном занимается переплавкой алюминия, ну и с выпуском, соответственно, разных из нее конструкций, из металла, из алюминия, да, который потом применяется где угодно. Можно и фермы построить где-нибудь, да, вон в сельском хозяйстве, на поле, там, пожалуйста. Вот, это могут быть и любые конструкции, там, ангары какие-нибудь, да, для типа складов, допустим, да, это могут быть какие-то и мосты, все что угодно. Любые металлоконструкции, фермы всякие, да, они могут использоваться где угодно. Вот, область применения довольно большая. И также есть, как ни странно, два металлургических предприятия. Металлургических, это удивительно, но факт. Они, кстати, работают вполне себе. Первый называется завод «Экораф», который занимается выпуском алюминиевых, медных, цинковых, железных и магниевых сплавов. Ну, в общем, разных металлических сплавов. Вот, ну и, соответственно, изделия из этих сплавов. Ну и также завод «Машиностроитель», который выпускает сталь в слитках. Ну, тоже примерно то же самое, ну, больше так. Из разных материалов. Вот, так что это все, в принципе, работает. Ну вот, собственно говоря, пожалуй, что и все. Если мы берем город Воскресенск, то вот, наверное, все. К сожалению, не все работает. Нету больше завода железобетонных изделий Воскресенского ЖБИ. Работал он с 1973 года, выпускал. Ну, понятно, что завод ЖБИ выпускает бетоны, всякие растворы. Вот, на основе бетона, цемента. Ну, увы, предприятие ликвидировано где-то в 2020-2021 годах, не так давно. Нету больше завода асбестоцементных изделий, «Красный строитель». Причем закрылся он где-то в 2012-2014 годах. Вот. Вот это предприятие, оно... Асбестоцемент, это вот уже ближе к Москва-реке, здесь вот оно находилось, да. Вот, значит, ну и что самое особенно прискорбно, нету двух цементных заводов. Вы знаете, есть такая платформа «Цемгигант», видите, вот написано «Цемгигант». И вот вокруг нее было два цементных завода. Один большой, действительно, гигантский цементный завод, который вообще занимал в советское время первое место по производству цемента вообще в Советском Союзе. Ну, во всяком случае, в Московском регионе точно. Ну, и одно из первых, может, не первое, но одно из первых и в Советском Союзе. Но вот этого предприятия, к сожалению, больше нет. Оно было ликвидировано в 2013 году. Причем оно, что интересно, оно существовало с 1913, а было ликвидировано в 2013. То есть, ровно 100 лет оно... прожило и было ликвидировано. Причем, вы знаете, говорят, это цементные заводы, еще второй, вот один здесь находился, цементный завод, а другой вот здесь. Они рядышком были. И, говорят, сгубило их, в общем-то,
Только что искупил французский концерн. Ламан какой-то, что ли? Ну, что-то такое. Еще произошло в 90-х годах. И потом, скажем так, он эти предприятия, грубо говоря, обанкротил. Вот, поскольку это все Франция принадлежала, то французы и этот завод и обанкротили. Сказали, что якобы сбыта нет, ну, что-то там какие-то проблемы с реализацией, и в итоге все, короче, продали. Ну и все. И сейчас там эти заводы, они тоже фактически раздербанены и не работают. Ну и также, что еще не работает, также Воскресенский завод пластмассовых изделий. Но он уже давно не работает, лет 15 примерно. Вот, который выпускал в том числе ароматизаторы воздуха, дезодоранты, всякие полирующие, чистящие средства тоже не работают. И что особенно удивительно, не работает предприятие «Воскресенск хлеб», ну, то есть бывший Воскресенский хлебозавод с давних советских времен. Предприятие было обанкрочено совсем недавно, в 2021 году. Причем, говорят, там людей вообще без зарплаты оставили, они до сих пор не могут вообще найти, грубо говоря, там концов. И, в общем, ну, по сути дела, просто кинули и все вот так вот. Ну, не знаю, какая-то афера, может быть, была, что-то такое. Ну, короче, вот так вот взяли. Но это удивительно, конечно, потому что обычно хлебные предприятия не закрываются все-таки. Редко когда. Но тут вот, видите, закрыли. Ну, вот такая ситуация в Воскресенске. Что касается Воскресенского района, ну, Воскресенский район, он всегда был сельскохозяйственный, в общем-то. Поэтому, по сути дела, здесь в районе никогда особо крупных предприятий-то и не было. Поэтому здесь сельское хозяйство, то есть тут все четко делилось. Воскресенск – это город промышленный. В основном, конечно, химия, ну, а вокруг это, соответственно, сельские районы. Но все-таки в поселке Корлово работал завод «Кварцит», который тоже был связан с фосфоритами. И, к сожалению, этот завод, он тоже, увы, так же, как и другие, так сказать, фосфорообогатительные заводы, он сейчас не работает. Он сейчас, к сожалению, не работает. Вот, так что вот это да. Вот, сейчас мы найдем Батина, Белиндина. Так. Синск, Батина, да, ну вот. Здесь вот тоже, это, видите, это одни карьеры. Вот одни карьеры бывшие, тут к ним железные дороги были, но, к сожалению, фактически все сейчас, увы, не работает. Ну вот, тоже вот в Хорлово тоже не работает. А единственное, что, ну, это вот в Хорлове, да, кварцит, вот он не работает. Это песок там в основном, вот делали такой специальный песок вот, из фосфоритов, который тоже применялся, в том числе для производства стекла. Вот, ну вот, не, вот оно, видите, Хорлово, вот это вот здесь. Но зато в Хорлове работает химическое предприятие, ну как бы не химическое, а текстильное, это самое, ошибся. Называется «Воскресенск техноткань». Вот оно работает. То есть, если, соответственно, предприятие, это, скажем, вот именно химическое, оно не работает, да, кварцит, а вот техноткань работает. Вот оно работает. Это из рабочих предприятий. Ну и кроме того, есть еще такое в Воскресенском районе место. Ну, я не знаю, где там обозначено, нет. Сейчас посмотрим. Военный полигон. Военный такой полигон. Даже не знаю, где тут его найти. Ну, может, его тут и не обозначить. Должно быть обозначено где-то. Так, а вот Белозерск. Ну, вот это вот большая такая территория. Ну, здесь оно даже... Вот здесь оно находится. Большая такая территория вокруг виноградовского лесничества, вот, которая называется «Испытательный полигон авиационных систем». Ну, то есть, понятно, что тут испытывают разные самоавиационные двигатели. И там, на этой территории, находятся два завода. Это агрегатный завод. Ну, вот они даже здесь, наверное, мы сейчас их найдем. Вот она, вот это агрегатный завод называется. Но тут все засекречено, поэтому даже не пишут. Вот. А, Белозерский 3. Но это все закрыта, конечно, территория, поэтому понятно, что здесь, в принципе, это все государственные предприятия, секретные, военные такие. Ну, по сути дела, военные заводы, да, то есть это вот агрегатные и еще какое-то там предприятие, тоже военное, вот которое, да, естественно, они работают. Ну, это и понятно. Они, собственно говоря, как всю жизнь работали и, наверное, еще и будут работать, тем более, пока такое время, когда. Милитаризация, да, и все такое. Поэтому вот эти предприятия, они работают. Вот. Но, скажем так, это продукция, конечно, специфическая, чисто военного, конечно, назначения. Вот. Так что вот они тоже. Это вот Воскресенский район.
Ну, собственно, все. Вот если так, вот общий обзор, общий взгляд на вот Воскресенск и окрестности такой. Ну вот, плюс-минус. Дальше уже выводы делать каждому из вас. Не все так плохо, но далеко не так, как хотелось бы, далеко не так, как было. Даже 10-15 лет назад. Увы, в основном идет ухудшение. Пока идет процесс ухудшения. Ну, а дальше посмотрим.